Смартфону OnePlus 7 приписывают форм-фактор слайдера, 5 камер, соуси Snapdragon 855, 5G и цену $465. В сети появились новые концепт-арты и подробности о смартфоне OnePlus 7, который должен быть выпущен в середине следующего года. Источники утверждают, что корпус смартфона будет выполнен в форм-факторе слайдера, как у современных флагманов Xiaomi Mi Mix 3 и Huawei Magic 2. Это позволит сделать лицевую панель полностью безрамочной и не делать вырез в экране под фронтальную камеру, которой приписывают смартфоны предыдущей утечки. При открытии слайдера в дело вступает сдвоенная фронтальная камера с датчиками изображения разрешением 12,8 мп. На задней панели будет находиться тройная основная камера, модули которой будут расположены вертикально. Главный датчик изображения будет иметь разрешение 48 мп, дополнительные два будут 12-мегапиксельными. Сердцем смартфона выступит мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 855. В базовой версии будет 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Старшая версия получит 10 ГБ АЗУ и 512 ГБ флеш-памяти. Смартфон получит поддержку сетей 5-го поколения, модуль NFC, беспроводную зарядку и быструю 50-ваттную проводную зарядку. Цена будет начинаться с отметки $465.